В интернете обсуждают новое интервью мэра Киева Виталия Кличко. Журналист телеканала «Аль-Джазира» поднял тему нарушения украинскими властями прав человека в Донбассе, подкрепив свои слова фактами из отчетов международных правозащитных организаций, в том числе Amnesty International. Вопросы отправили бывшего боксера, а ныне градоначальника, в нокаут. Американские газеты, не только российские, зафиксировали, что на машинах батальона «Азов» и других подобных группировок изображена свастика. Это разве не правда? Я не вижу свастику, я разговариваю с людьми. Мы защищаем нашу территорию. Мы защищаем нашу страну. А как же нарушение прав человека? Что вы скажете об Amnesty International? Мы защищаем нашу страну. Что насчет пыток, похищений, страданий гражданского населения? Пожалуйста, я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Это Amnesty International. Вы слышали об этой организации? Извините, я с Украины.